Всем привет! Мы Вовтер, всегда примыкание окна и откоса проходим силиконом. До этого мы снимали, сроки всегда снимали и проходили силиконом, чтобы не мешали петли. Теперь у нас есть супер бельгийский шпатель, силиконный мастер. Сейчас мы его испытаем, как он работает. Мы все уже дежили, то есть сразу наносим силикон. Вода, мыльная вода, короче, мыльный раствор. Так, где супер, супер шпатель. Так, ну, он еще чаще снимать придется. Да, один минус часто снимать надо. Но зато вот здесь проходишь хорошо. Если поменьше наносить силикон, будет хорошо. Это эксперимент был. На следующий день меньше силикона. Ну все нормально. Вывод. На шпателя можно потратить немножко денег. Вот вообще. Как Саня Кулакин говорит, четенько, четко. Все, всем добра, пока.